Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики, с вами Дарт, и сегодня я решил показать вам, как сказать, техническое демо игры Prehistory Kingdom. В этой демо-версии мы не сможем вообще почти ничего, ну там есть какие-то немного у нас функции, которые просто нам дают поделать. Это, собственно, демо, несколько строений, так, сейчас. Вот как-то так. Вот. Так, вот какое-то сообщение у нас. Welcome. Угу. То есть он... Письма еще и озвучиваются. Круто. Так, давайте погромче сделаем. Так, подождите, а вот громкость его письма, это где она? Давайте так. Welcome. Вот так нормально. I'm your new employer, Alexander Winstone. Delighted to make your acquaintance. I've heard a great deal about you. All good things. Rest assured, all good things. I know the park will be in good hands with you at the helm. Now then, down to business. I'm sure you've already been... В общей сложности я... Кому... Да что такое? Кому надо, я переведу то, что он сейчас сказал, и под видео выложу. Также под видео я выложу ссылку на демо-версию этой игры. Ну, это и демо-версия. Ссылку демо-версии этой игры. А, ну да, все правильно сказал. Так, я попробовал строить заборы, и у меня вылетела игра. Поэтому пока я строить заборы не буду. Я построю вот загон. Можно как-то... Походу нельзя. Я хотел как-то поменять положение, чтобы он не вот так вот строился. Так. Слишком близко приближать тоже не будем, потому что... Вот видите, у нас идет смена дня и ночи. Также я сходил на фильм «Мир юрского периода». И об этом, но об этом чуть позже и в другом видео. Так, чуть повыше, вот так вот. То есть у нас есть возможность так вот немножко заглянуть в загон. То есть у нас тут растения, вот камера. Здесь, видимо... Откуда-то их запускают в этот загон. Видимо, там детеныши у нас содержатся. Ну, это в этих зданиях. Ну, собственно говоря, там у нас люди уже сидят и наблюдают, собственно говоря. Так, давайте создадим. А вот. Вот, у нас есть, значит, переключение между видами, как я говорил, не работает. Как видите, в этой игре будут динозавры, другие рептилии, такие как пеликозавры, там... Архозавры другие, вот, значит, млекопитающие и другие, там всякие акулы и прочее. Значит, у нас есть на выбор, это Галимимус булатус самец и, собственно говоря, самка. Ну, как было сказано, это средний травоядный. Значит, вес 250 килограмм у самца, рост 3 метра, вес 6, ой, длина 6 метров. Значит, вот он, в сравнении с человеком, мне вот такая менюшка нравится гораздо больше, чем у... Собственно говоря, у операции Генезис здесь все сделано гораздо круче. Так, давайте создадим. Вот у нас опускаются ворота, и ты, чувак, должен выходить. Ну, конечно, зачем переходить через ворота, если можно тут через стену пройти. Так, это сейчас закрылись ворота. Так, а теперь я создам еще одного самца. Так, ну теперь можно звук-то, собственно говоря, убавить. Так, два самца. Ага, хорошо. Закрываю ворота. Так, а теперь создадим трех самок.
Значит, самка у нас весит 200 килограмм, рост 2,5 метра, длина 5,5. Ну, это азиатский орнитомимид, то есть, скажем так, страусоподобный динозавр из Азии. Так, ну это, собственно говоря, все возможно долго длится. Для тех, кому уже начинает это нудно, можете перемотать, ну, секунд на 30 видео. Так, вот еще одну самку создал. Насадка. Что такое будешь делать-то, я не знаю. Свои волосы ем во сне, походу. Такс. И последний. Что-то они вот пока встали и не шевелятся. Последний создан. Так, все, самки начали шевелиться, а вот самцы стоят и не двигаются. Это у меня было, когда я еще сам проверял лично эту игру. Ну, собственно говоря, что тут добавили, что не добавили. Так, вот, значит, это... У них описание разное? А, нет, одинаковое. Это азиатский орнитомимид, который является самым большим в своем семействе. Он в два раза выше человека и весит больше 200 килограмм. Очень похож на представителей своего семейства, как и на всех других, они орнитомимид. Значит, очень любил питаться растениями и маленькими животными. Жили в стаях, чтобы защищать себя во время, ну, когда они были молодыми. То есть они жили в стае, чтобы более крупные животные защищали маленьких. А при их размере они достаточно быстрые. Они могли развивать скорость до 50 км в час. Был самым знаменитым в парке Юрского периода. А, ну он знаменит и после фильма «Парк Юрского периода», когда они там показали, как они там бегали. Так, назад отодвинемся, это у нас тень так работает. Так, наоборот надо. Так, приближаемся к ним. К сожалению, пока что вот это вот не работает, то есть плавного перехода нет, чтобы на динозавров нормально посмотреть. Собственно говоря, выполнены они, конечно, вот даже для демо-версии очень добротно. То есть лично мне нравится. Но, к сожалению, приближение пока не работает. Вот видите, разница в размерах, вот этого не хватало в парке Юрского периода операции Генезис. К сожалению, они так и будут стоять, по-моему. Строение также, внешний вид пока что радует. Все пока что хорошо. Будем ждать следующих демо-версий, в которых нам покажут что-нибудь этакое. Ну, какой-нибудь новый вид динозавра и приближение доработают, там что-нибудь еще доработают. То есть, скажем, более такой продвинутая демо-версия будет. Будем ее ждать. Так, я турбину пока строить не буду, потому что в прошлый раз забор построил, у меня заглючило. Так, давайте немножко прокрутим. Так, вертолетную площадку поставим. Это как бы, как нам и обещали, что будет доступно катание на джипе и вертолетная площадка. Так, у нее тут вот... ПК, Prehistory Kingdom, то есть вертолет, пока что вот модель вертолета они хорошо проработали, с этим не поспоришь. Так, ну что, давайте вначале на вертолете тогда покатаемся. Так, значит, ну вот сразу нам пишут управление. Так, давай взлетай. Звук винтов пошел. Так, давайте прибавим. Так, нет, это не надо. Надо вот это. Вот. Это вот он так всегда взлетает, то есть ты на него снизу вверх смотришь, а потом надо его как бы... Так, ты все взлетел. Его догонять как бы надо. Черт, ну давай, работай. Так, вот, все, я приблизил. Как ты работаешь вообще, я не понимаю.
Так, это я полетел, но мне надо сверху вниз посмотреть, а не снизу вверх. Блин, работал уже. Почему не работает сейчас? Где земля? Что? А, во. Просто все заглючило, супер. Не заколебалось снизу вверх на него смотреть. Что это за фигня? О, наконец. Короче, не получилось у нас на вертолете прокатиться. Не знаю, даже боюсь еще раз показывать. Что за фигня вообще? Не работает. Раньше же работало. Так, нет. То есть совершенно я хотел как бы сделать так, чтобы посмотреть над вертолетом, а не под ним. Ну давай еще раз. Так, ты взлетаешь, нет? Да, взлетаешь. Так, вот работает. Хорошо, слава тебе, Господи. Так, все, хватит. О, отлично. Значит, просто глюк такой был. Значит, можно так летать, такой. Я Шумахер такой. Я мистер Мазрани, я только что сдал на права на вертолет. Ну, там все дела. Ну, кто смотрел, тот поймет. Вот, собственно говоря, может так летать. Насчет того, как поворачивать, я не знаю. То есть камеру поворачивать, чтобы вертолет уже поворачивался, потому что пока что это никак. А вот, на Q. Отлично. На Q и на E это повороты. Можно попробовать саму, конечно, посадить вертолет. Ну, здесь есть такая кнопочка. Можно либо отпустить его, либо нажать H. Все, и он ищет сам площадку автоматически и садится на нее. Давайте посмотрим, как он это сделает. Возможно, некоторые объекты двигаются за торможение, потому что я поставил графику, ну не графику на прекрасный, там был какой-то сверх еще, но я сверх не стал трогать, я на прекрасный поставил, чтобы хотя бы на хорошую модель вертолета посмотреть. Вот он полностью заглушил двигатель, а сам еще не сел, как такое возможно? Такой в свободном полете падает. Странно, сел как-то так неестественно. Так, вот теперь джип, ну или Land Cruiser. Как видите, некоторые динозавры стали двигаться. О боже, они двигаются. Так, мне наоборот надо зум. Это прям спора напоминает игру спора. Короче, они... А вот. Что? Двигатель автомобиля заглушен. А как же... А вот. К сожалению, звук все равно никак не убрать. Вот они стоят, а я могу спокойно ездить. Упс. Как видите... Ну, задний ход-то чё, где? Нету, да? А обратно могу заехать? А, отлично. Упс. Как
видите, у нас тут есть колонка, то есть, ну, бензоколонка, чтобы наш автомобиль, как сказать, топливом не страдал, чтобы у него было топливо. Здесь у нас запаска валяется. Ну, дизайн здания тоже довольно-таки хорош, то есть они для демоверсии хотя бы, ну, немножко постарались, то есть не просто какую-то сырую версию выпустили. Значит, сбоку у автомобиля так, давайте посмотрим. Как-то вот вообще зум работает, ей-богу, я не знаю. Хотел сбоку у автомобиля, там эмблема Prehistory Kingdom. Ну, кто-то, может, издалека заметил. К сожалению, зум не очень сильно так проработал. Ну что, собственно говоря, это все, что... А, ну давайте попробуем еще турбину поставить. Надеюсь, не зависнет. О, нифига себе. Так, я опять зум перепутал. Ух ты, прикольно. Прикольно, такая, скажем так, легкая электростанция. Ну, хотя даже не легкая. Да, все детали проработаны просто отлично. Так, вот это я нажал кнопочку, и что происходит? Видимо, что-то должно будет происходить в оригинальной игре, ну, когда она уже выйдет, а пока что ничего не происходит. Ну что ж, вот на этом уже точно все. Забор, к сожалению, ставить не буду. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. Оставайтесь на моем канале, и в дальнейшем вы будете также узнавать о новостях этой игры. А для тех, кто уже кому не терпится, значит, можете зайти в группу канала, там в альбомах будут картинки из игры, там картинки, какие будут виды динозавров в игре, точнее, виды даже животных, скрины строений и прочее. Заходите и смотрите. Ну что ж, с вами был Дарт Сидиус. Увидимся с вами в следующем видео.